На этом уроке мы создадим текст и рассмотрим его свойства. Создать текст можем по-разному. Во-первых, можем его импортировать. Кликнем в верхней панели «Импорт текст», выберем какой-нибудь текст, либо, кликнув в панели инструментов на значок текста, кликаем на любое место окна. И здесь вписываем какой-либо текст. Допустим так. Либо мы можем сразу же, после того как кликнули, выбрать сначала размер. Здесь шрифт, цвет текста, какой он будет, жирный или обычный. Наклонный или нет. Также есть всякие значки. Можем выбрать сразу же, какая будет ширина колонки. Допустим, сделаем 120. И если сюда вставлю текст, то он будет продолжаться вниз. Если сделаем, как было, 420, то он пока не дойдет до этого размера 420, он вниз не пойдет. Здесь отступ от начала. Тут видно по картинке, где показывает стрелкой, что это отступ от начала текста. Допустим, поставлю 50 и видим, что появилось отступление. Также можем отключить ширину колонки, если нажать на эту кнопку. Здесь расположение текста, какой он вертикальный, горизонтальный, либо задом наперед. А также расположение текста в колонке по центру, либо слева, либо справа. Это как в обычном редакторе. Кнопка кернинг автоматический. Кернинг — это интервал между буквами. Сейчас стоит на автомате, мы можем поменять, допустим, увеличить расстояние между буквами. Это у нас текст статичный. Если переключимся на динамический, то у нас еще открываются некоторые параметры. У нас по умолчанию кнопка «Авторазмер по высоте» нажата. Можем ее отжать и указать, сколько нам нужно по высоте линий. Допустим, поставлю 4. Вот здесь еще влезет 4 линии текста, либо по высоте в пикселах. Следующее окошко — это расстояние между строками. Допустим, у нас 4 строки. Мы можем здесь увеличивать расстояние между строками. Но если расстояние превышает какой-то определенный размер, то у нас строки пропадают, как видите. Далее var переменная. Это мы узнаем, когда будем изучать скрипты. И также вводный текст тоже при изучении скриптов. Но тут я еще хотел бы рассказать про вот такой шрифт. Cent. Этот шрифт нам пригодится, если нужно сделать очень мелкий шрифт. Допустим, возьму 4. Мы его очень будем плохо видеть. Так, ну 4 мы сейчас не увидим. Давайте возьму 8. Если бы он был обычный, Arial, допустим. Давайте поставлю Arial. То он будет расплывчатый. Я не знаю, как вам видно. А если поставить Cent, то он будет четким. Это лучше использовать только для мелких шрифтов. Также есть шрифт. То же самое, только он фигурный. Либо расширенный такой вот. Ну и, конечно же, у нас есть кнопка Edit. Это редактор текста, ввод текста. Здесь мы можем вводить текст, менять.
И здесь галочка стоит, будет ли меняться текст сразу же при вводе его. Допустим, я галочку убрал, то текст мы видим, что не меняется. А если поставим галочку, то сразу же меняется в этом же окне. Что ж, с редактируем текста, думаю, разобрались. И с панелью Properties, свойства объектов, я пока закончил. У нас еще много панелей изучать.